это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Это что? Как вот это работает? Дед сильный. Это такой бред. Дед слабость. Базар Экскалибур. Дед лох. Базар Экскалибур. Эскалей, дебил, Дед затупок. Базару эксерсайз. Дед деп. Базару экзамен. Эскалибур. Ох и придурок. Ты придурок. Да, блядь, как это работает? Я не пойму, как это работает. А как? Я не понял. Ну, концепция. А что за тут? Как реально? Я знаю, что нужен прозрачный кубик попасть. И чё, а как остановиться на нем, он не попадает? Мне на нем остановиться как-то надо. Как я на нем остановлюсь? Как? Мне остановиться в нем надо. Ты рофлишь? Я реально хуй пойму, как работает. Ты рофлишь? Я не понимаю, да. Ты рофлишь, чел, ты рофлишь? Ты рофлишь? Это о. Просто пиздец, это даже не головоломка, это же на уровне пазлика в детском саду. Да, потрогай меня, Валера. Будешь, боишься, не нужно. Оу, да, вот так. Не останавливайся, я скажу, когда все. У тебя такие крепкие руки, надо же, мастер. Бана не будет. Это игровой контент. Опять начинается этот пазл-мазл. Пожилая рефлексия, блядь. Покажи нам процесс, а не то, как ты кубики, блядь, сложить не можешь, пизда престарелая. Вам кубики, а мне все остальное. Да как остановить технику? Так! Ты рофлишь? Нет. А ты рофлишь? Нет. Yeah. Я все запутался, игра пошла сложная. Концепцию объясните. Он урофлит. Блять. Да пошла ты! Справа, в нижнем углу, а? Начинай вверх, влево, вверх, влево.
Не буду сдавать. Да почему оно, блядь, не туда едет, куда мне надо? Ты рофлишь? Это серьезно, Алек. Ты рофлишь? Это ты рофлишь. Если бы для того, чтобы потрахаться в жизни, нужно было решать головоломки, то ты бы до сих пор был девственником. Это да, тут согласен. Слышишь, горилла чваркнутая, ты долго будешь во всякую шнягу обоссаную играть или уже подрубишь страшилку? А? 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 Попущен. Базару Эскориал плюс X Видеос. Пиздец, дед, ну ты же вроде дома строишь, всякие мотоблоки собираешь. Ты дебил или прикол? А тут не можешь решить, пошел для цпшника. Кого лишишься, он, сука, дергается сам по себе. Он не останавливается там, где мне хочется, понял? Глэк. Не надо смеяться над дедом. Он, когда еще был маленьким сперматозоидом, точно так же искал пункт назначения, как этот кубик.